В сериале «Референт», Марина не может простить предательство мужа. Оказывается, дамочка узнала об измене, что вызывает сильное желание отомстить ему. Они жили в квартире, что принадлежит Елене Константиновной, свекрови, с которой постоянные конфликты и разборки. Возлюбленный в прошлом Андрей, сынок Глеб и сама Маринка, понятия не имели с какими неприятностями придется столкнуться. За свои 27 лет, Красавице удалось добиться исключительно одного семейного очага и домашних ценностей. Что ей делать, когда свекровь выгоняет невестку с малышом на улицу? Где ей теперь жить? Затем мать-супруга подговаривает сына, немедленно покончить с их отношениями и попытаться через суд забрать ребенка. Такой поступок полностью уничтожает ее нормальную, спокойную жизнь. Женщина решает немедленно изменить себя и обеспечить ребенка. Для этого пришлось устроиться в огромную строительную фирму, где руководителем выступит милый и доброжелательный Артем Король. Невероятно, но Марина за несколько дней станет незаменимым работником. Ребятам удалось заговорить о чувствах, поведать о планах на создание крепкой семьи и тихого домашнего уюта, что подарит надежду на светлую историю.